что это, каша, что ли? Овсянка, сэр. Простите, Берримор, а нет ли чего-нибудь другого? Надоело есть одно и то же или вам просто не хватает времени на завтрак? Неудивительно, ведь по утрам у каждого немало забот. Проснуться, собраться, время близким уделить. Если по утрам из-за спешки вам приходится пропускать этот прием пищи, мы готовы поделиться своими кулинарными находками. Итак, 5 блюд, которые можно приготовить за 5 минут. Ну что, приступим? Начнем с блинов из овсянки. Нам понадобятся яйца, сама крупа и банан. На порцию хватит одного яйца, банан лучше выбрать спелый. Делаем из него пюре, перемешиваем, добавляем мелкие овсяные хлопья и молоко. Смесь выливаем на раскаленную сковороду и в течение 2 минут держим на медленном огне. Вот и все. 5 минут и готово. Для следующего блюда нам понадобится помидор и яйцо. Мы приготовим омлет в томате. Срезаем верх и чайной ложкой вынимаем сердцевину. Взбиваем яйцо и добавляем тертый сыр, соль и перец по вкусу. Смешиваем и заполняем наш томат. А затем отправляем в микроволновую печь на 2 минуты. Ну вот и готово. Теперь украшаем. Кукурузные чипсы или хлебцы с творожным сыром и свежая зелень. У нас базилик, выращенный на собственном подоконнике. Следующее, что предлагаю приготовить, любимое блюдо французов. Конечно, это тосты с яйцом. Делаем в хлебе отверстие. И на сковородку. На оливковом масле поджариваем до румяной корочки и выбиваем внутрь яйцо. Желток стараемся оставить целым. Переворачиваем. Еще одно легкое, но очень вкусное блюдо – это яйца пашот. Без скорлупы помещаем яйцо в кипящую воду и варим 3,5 минуты. И напоследок десерт. За 5 минут можно приготовить и шоколадный кекс. Берем 2 столовые ложки сливочного масла и на 30 секунд в микроволновку. Так. А теперь добавляем остальные ингредиенты. 2 столовых ложки сахара, 4 муки и ванилин. А еще какао, щепотку соли и яйцо. Смешиваем до однородной массы. Тесто перемещаем в чашку и добавляем туда шоколад. А теперь в микроволновку на 3 минуты. Ну, собственно, и все. 5 блюд за 5 минут. Можно заваривать чай или кофе и садиться завтракать. Татьяна Балыкина, Алексей Стороженко. Утро нового дня.